Ну, мы только что вернулись с закрытия замечательной конференции, организованной Казанским университетом, даже скорее конгресса по математике, представляющего все области, такие как алгебра, геометрия, в первую очередь, и анализ. Было много докладов молодых математиков с результатами совсем недавними. По-моему, это был просто праздник, успех. Я очень впечатлена. Люди со всей страны съехались пообщаться и обсудить свои исследования. Ну, так сказать, это естественное продолжение традиции выдающегося университета, который имеет многовековую историю фундаментальной науки с выдающимися достижениями, в первую очередь, математики, химии, как мы знаем. Большое вам спасибо.